У станции метро «Котельники» сгорел рейсовый автобус. Пожар произошел сегодня около 15:20 по московскому времени. Уже через 5 минут огнеборцы были на месте ЧП. Потушить возгорание удалось быстро. В 15:36 огонь был ликвидирован. Об этом передает РИАМа в Люберцах со ссылкой на гарнизон пожарной охраны Московской области. На момент прибытия пожарных автобус горел открытым пламенем. В тушении принимали участие 2 единицы спецтехники пожарно-спасательной части номер 27 и 6 человек личного состава. Автобус вспыхнул под эстакадой на Новорязанском шоссе и выгорел по всей площади. В результате инцидента никто не пострадал. Надо сказать, что транспорт выходил в рейс в исправном состоянии. Его тщательно проверили. Это отметили сотрудники пресс-службы Мострансавто. По словам водителя, возгорание началось с моторного отсека. В автобусе не было пассажиров. Это была конечная остановка. А он сам вовремя покинул транспорт. Причины пожара сейчас устанавливаются. Анна Троян, телеканал ЛРТ.